Hello everyone, I'm Kostas Bouduris, sound engineer and songwriter. We're here in the Music Art Lab Studios in Athens, Greece. We're here with Vladimir Shipilov, the design director of Oktava Microphones. Hello, Vladimir. Hi, Kostas. Can you please tell us, what does the MK abbreviation mean? По большому счету, аббревиатура MK обозначает микрофон конденсаторный. Это значит, что микрофон обладает капсулем, состоящего из оплаты конденсатора. Этот микрофон в мире известен тем, что у нас выпущена серия MK012. Это очень известный микрофон, у меня он с собой. Соответственно, чаще всего этот микрофон ассоциируется с аббревиатурой MK. Вот, но, как я уже сказал ранее, MK – это значит микрофон конденсаторный. Собственно, поэтому данный микрофон и используется в различных ситуациях, требующих для работы звукорежиссера.